Ребята, всем привет! Речь пойдет о компрессии и захвате видео со старых камер или с видеомагнитофона. Значит, в первом видео я расположу обычную компрессию в стиле DVD, и вы увидите разницу в кубиках, ну, например, в качестве изображения. Во втором видео я расположу захваченное изображение через стандартные приложения и стандартную плату. Вы также увидите дефекты изображения в виде таких полосочек, это называется динтерлейс. И в третьем видео я расположу самую качественную картинку, где она будет практически идеальная и не иметь никаких дефектов. Вот. Ну, в общем, сейчас я, значит, это все дело сожму, и вы увидите, о чем я тут рассказывал. Ребята, всем привет! Речь пойдет о компрессии и захвате видео со старых камер или с видеомагнитофона. Значит, в первом видео я расположу обычную компрессию в стиле DVD, и вы увидите разницу в кубиках, ну, например, в качестве изображения. Во втором видео я расположу захваченное изображение через стандартные приложения и стандартную плату. Вы также увидите дефекты изображения в виде таких полосочек, это называется динтерлейс. И в третьем видео я расположу самую качественную картинку, где она будет практически идеальная и не иметь никаких дефектов. Вот. Ну, в общем, сейчас я, значит, это все дело сожму, и вы увидите, о чем я тут рассказывал. Ребята, всем привет! Речь пойдет о компрессии и захвате видео со старых камер или с видеомагнитофона. Значит, в первом видео я расположу обычную компрессию в стиле DVD, и вы увидите разницу в кубиках, ну, например, в качестве изображения. Во втором видео я расположу захваченное изображение через стандартные приложения и стандартную плату. Вы также увидите дефекты изображения в виде таких полосочек, это называется динтерлейс. И в третьем видео я расположу самую качественную картинку, где она будет практически идеальная и не иметь никаких дефектов. Вот. Ну, в общем, сейчас я, значит, это все дело сожму, и вы увидите, о чем я тут рассказывал.